Добрый вечер, большая страна, добро пожаловать в Каспийск, добро пожаловать на стадион Анжи Арена, Мелбет, Первая лига. Мы с вами продолжаем следить за развитиями событий в лучшей лиге мира. Виктор Медведев из Москвы, ему помогут. Александр Ануфриев сегодня резервный арбитр матча, он из Москвы. Инспектор встречи Андрей Комаров из Волгограда. Динамовцы все-таки сваливаются на чужую половину поля. Заходят, заброс хороший. И дальше здорово все может получиться. Момент, пас Дибиргаджиев, 1-0! Ах, как раскатали-то классно футболисты Динамо здесь все. Какая выверенная комбинация, которая состояла из нескольких, казалось бы, таких случайных и не самых точных передач. Но Джамал Дибиргаджиев ставит здесь очень уверенную точку. 1-0, Динамо Махачкала выходит вперед. И для Дибиргаджиева это второй в этом сезоне гол. Болельщиков на этот счет, вот зачастую, вы знаете, наталкиваются на то, что где-то пишут. Давайте посмотрим эту атаку. Савичев стреляет в центр, 1-1. Красота какая! Очень классно придуманная комбинация в исполнении Акрона. И Иван Чудин сравнивает счет в этом матче. Образцовая. Образцовая симфония тольяттинского Акрона. И здесь будет пауза на водопой. Взяли инструменты, взяли ноты. И снова Савичев. Дальше переводит мяч. Здесь уже приходит Залимхан Юсупов. Подача. Скидка. Дальше можно забить. Здесь мяч в районе линии прошел. Но нет, ее не пересек. Будут динамовцы доигрывать этот момент еще. Абакар Гаджиев. Штрафной с мячом. Гаджиев. Кого-то из футболистов Акрона попадает здесь мяч. Обязательно повтор будем потом смотреть. Штрафной уже динамовцы с мячом. И Сергей Волков. И все, я думаю, Хаджиниязов здесь уверенно выскакивает. И 1-1. 1-1. Вторая для Акрона в этом сезоне ничья.